ми знаходимося на одному із етапів іспитання нового образця вагона трамвайного трьохсекційного производителя «Татра-Юг», тип його К1Т-306. В даному випадку це єдиний образець, тобто він тільки-тільки випустився на нашому Южмаше. І производитель обратився к городському совету, відповідно, к електротранспорту, о возможності із проведення іспитання. Тобто в рамках іспитання трамвай должен проїхати порядка 1000 кілометрів, ну і, відповідно, в різних режимах провести дослідження, по которому можна буде судити о дальнейшій експлуатації, ну і, відповідно, можуть з'явитися определенні нюанси, які в процесі потрібно буде устранити. То есть, конечно, мы присматриваемся, в том числе к этому вагону. Мы ведем такие плотные переговоры с банком, Европейским банком реконструкции и развития, и там озвучивается сумма общего кредита порядка 70 миллионов евро, где городской совет планирует полностью реконструировать трамвайный путь 19-го маршрута трамвая и, соответственно, туда мы планируем закупить новые трамваи. Потому мы уже заранее присматриваемся к возможным производителям, рассматриваем в том числе и нашего производителя «Татру-Юг». Испытания, программа испытаний, мы планируем в течение там, 2-3 недель закончить. Пассажиры не имеют права находиться внутри подвижного состава, так как он не введен в эксплуатацию и так как он не сертифицирован. Имитация нахождения людей будет, он будет грузиться песком, то есть это будет имитировать как бы полную загрузку трамвая.